Это Смолвиль. И в летописях Смолвиля в разделе «Географическое положение» сказано, что здесь есть два моря. Первое и второе. В центре Смолвиля есть одно озеро с радугой, упирающейся в одну гору, а также 14 забытых всеми племен. Забытых настолько, что все племена находятся в сильном упадке. Знаете, почему такая большая карта? Потому что сегодня мы играем в настольную игру Филиппа Кейярта Small World. Маленький мир. Локализация Hobby World. Играть, как всегда, интересно. Все компоненты, которые вы увидите сегодня на этом столе, уже переведены на понятный нам с вами язык. Все знамена народов маленького мира, все их свойства, все памятки, правила, все на русском языке. Давайте посмотрим, какие же 6 знамен в самом начале будут пытаться завоевать Смолвиль. В Смолляндию в самом начале прибыли следующие племена. Упыри. За ними великаны. Полурослики также пришли в Смолляндию. И эльфы с ними. Тритоны и тролли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 маленьких народов готовы к тому, чтобы выйти на это поле и поселиться где-то среди вот этих домов, вот этих необычных волшебных сооружений. Ну и, конечно же, где-то вот по этим ступенькам подниматься на высокие горы. Но какие же у них свойства? Давайте посмотрим. Драконовластные упыри. Неплохо. Верховые великаны. Полурослики какие? Разбойные. Посмотрим, какие эльфы. Богатые. Тритоны будут укрепленными, и учеными будут тролли. Вот, посмотрите поближе, какие свойства и какие народы пришли прямо сейчас завоевывать Смолвиль. Но кто же будет за них играть? Постоянные зрители этого канала знают, что это будет дракон Ву или Ки, который знает все правила настольных игр, которые были выпущены до 1980 года. Но в предыдущем видео я попросил вас придумать несколько новых имен, и вы это сделали. Валин придумала импульсивного Рю, который не очень любит что-то просчитывать, а идет туда, где можно подраться или пережить какой-то экшен. Горячая кровь. Может быть, его предки были варвары. А вот это Фи. Его придумал Владимир Щупиков. Фи, который берет карты грязными руками, грызет компоненты и крошит батон на игровое поле. Посмотрите, вот это, ну, всеми вами известная Бу, которая не очень любит играть в настольные игры, а вот это ее подруга. Придумал ее настолкин дом. Настолкин дом говорит, что, может быть, если будет у Бу подруга, она будет охотнее играть в настольные игры. Посмотрим. А вот это красотка Уи. Ее придумал Никита Гаврилюк, умную и очень расчетливую. Также она сестра Ги. А Ги очень любит настольные игры. Ну, в общем-то, сестра недалеко ушла от Ги. Забираем пока что наших привычных героев, оставляем тех, кого придумали вы. И сейчас мы возьмем вот этот маркер раунда и оставим его вот здесь. Начинается первый раунд. У каждого героя в кармане по 5 монет. Но Рю эти монеты сейчас не пригодятся, потому что он берет абсолютно бесплатно драконовластных упырей. И сколько он берет себе жетонов? 5 и 5, 10 жетонов. Где эти упыри? Вот они. И вы знаете, вот здесь в памятке сказано, сколько всего упырей в игре. 10, можно даже не считать. Здесь 10 жетонов упырей, но нам нужно еще взять особый жетон с драконом. Вот, посмотрите. Это значит, что мы можем завоевать абсолютно любой регион с помощью одного жетона упыря и дракона. Откуда начнем завоевание? Ну, давайте смотреть, где меньше всего сейчас расположено вот этих забытых племен. Это где-то вот, вот пустой регион, вот пустой и вот. Таким образом, если мы сейчас зайдем через вот этот пустой регион, пройдем вот так, то, может быть, выйдем и сюда. Ну, давайте смотреть. Итак, мы берем упырей и давайте зайдем вот с края. Раз, два.
упыри уже на поле, а вот здесь мы будем завоевывать с помощью дракона. Ну-ка, забытое племя отправляется пока что в сброс. Дальше опять регион и два жетона. Здесь тоже два жетона. И куда же мы пойдем? Ну давай, вот как раз у нас три жетона, давай будем завоевывать гору. Раз, два, три. Три горы. Ну что же, теперь давай посмотрим, как мы будем распределять вот эти жетоны. Ну, скорее всего, здесь три. Здесь тоже, наверное, побольше надо. И вот сюда один. А только теперь посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять золотых монет у нас есть. И это к тем пяти, которые у нас уже есть в кармане. Таким образом, у нас уже 10 монет. Это был всего лишь навсего первый ход. Здесь у нас Фи. Посмотри, что он делает руками. Посмотри, как он трогает эти карты. И теперь давай посмотрим, какое еще свойство. Лютые кто? Лютые орки появляются у нас в поле зрения. Но сейчас Фи нужно будет выбрать. И так, знаете, в принципе, это все подходит, чтобы, знаете, бесплатно все взять. Верховые великаны, почему нет? Сейчас мы займем какую-нибудь гору. И будем, знаете, очень серьезные у нас скидки. Смотрите, у нас, во-первых, с горами все минус один. Да еще и поля и холмы также все минус один. Кстати говоря, у нас ведь теперь есть вот эти памятки. И теперь смотрите, как здесь удобно. Смотрите, верховые. Захватите любой регион с холмами и пашнями, используя на один жетон народа меньше. Для захвата нужен как минимум один жетон народа. Итак, смотрите, сколько у нас великанов. 6 и 5 – 11. А сколько всего великанов в игре? Их 11. Таким образом, мы можем смело взять все, что есть вот в этом органайзере, и начинать свой первый захват. Ну, давай посмотрим, где здесь у нас горы. Вот, смотри, сразу отличная гора. Да, и будем, наверное... А смотри, здесь тоже какая гора. И здесь вот эти три региона мы можем занимать со скидкой. А здесь раз регион, два. И здесь нет, меньше. Все-таки давай зайдем отсюда. Итак, раз, два, три. Здесь у нас три жетона. А вот теперь вот этот мы будем занимать одним жетоном. Ну, потому что у нас скидка. Так бы мы, конечно же, ну, два. Нужно было бы два заплатить. Но у нас скидка за то, что у нас великаны. Посмотри, все, что рядом с горой, занимает минус один. Ну, а еще и пашни минус один. Но минимум, как понимаешь, вот здесь вот у нас пашни, мы не можем занять этот регион, не поставив ни один жетон. Так, дальше что будем делать? Ну, давай сюда. Раз, два. Нет, 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 зачем сюда? Извини. Вот у нас есть гора какая. Смотри, раз, два, три. И теперь вот этот регион занимаем одним жетоном. И вот этот регион одним жетоном. Но посмотри, какая красота. И это только, посмотри, первый ход. И сделали только два игрока. И здесь уже упыри пошли. Здесь уже великаны. Давай посмотрим, как мы будем перераспределять. Ну, давай вот эти укрепим. И давай укреплять все-таки, наверное, ну и этот тоже. А теперь только мы посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь монет. Пять, шесть, семь. Это намного больше, чем в прошлый ход взяли упыри драконовластные. Здесь на два больше. Ну и теперь опять открывается новое знамя. И это у нас колдуны. А какие колдуны? Походные. Походные колдуны тут же получат себе вот эти пять жетонов лагерей, в которых можем разместить в любых наших регионах. При защите каждый лагерь считается одним дополнительным жетоном народа. Ну, а теперь ход у нас, как мы помним, подружки Бу from Nastole Kingdom. Здесь у нас есть 5 монет. Интересно, может быть, стоит взять какую-то, вот, какое-то знамя здесь, знаете, чтобы заплатить полуросликам, эльфам. Взять, может быть, вот этих укрепленных тритонов или ученых троллей. Смотрите, каждый ход мы будем получать плюс 2. Но полурослики тоже пригодятся. Смотрите, все бесплатно. Вот какие жадюги, все эти новые герои. Знаете, все, значит, все бесплатно хотят. Итак, разбойные полурослики 6 и 5 – это 11. Посмотрим, сколько у нас полуросликов. Их тоже 11, и мы их всех забираем. Смотрите, вот эту всю пачку мы забираем здесь 11. И
Что такое разбойные? Разбойные, давайте нырять в памятку и уточнять. Разбойные — в конце вашего хода каждый захваченный вами на текущем ходу не пустой регион приносит вам одну призовую монету. Мы сейчас будем занимать не пустые регионы. Вот они, смотри, какие не пустые регионы. Или все-таки вот этих великанов немножко, да, все-таки их надо немножко потеснить. И помним, что первые два региона, которые мы будем захватывать, нужно будет обозначить вот такими жетонами. Причем мы можем занимать не обязательно поле с краю. Мы можем прямо взять вот здесь этот регион и занять. Но следующий придется занимать уже рядом с ним. Поэтому давай попробуем. Хотя так хочется вот этот жетон, знаете ли, взять и убрать с поля. Но какой же будет следующий? Ну ладно, давай. Давай начнем атаку. Раз, два, три. Это не пустой регион? Не пустой регион. Великаны отправляются в сброс. Так, и сюда мы кладем вот такую нору в земле. Этот регион теперь завоевать никому не удастся. Ну и следующий, давай гору. Потому что слишком хорошо гора, знаешь, дает бонусы этому великану. Он потом будет занимать все вот эти близлежащие с этой горой регионы со скидкой. Поэтому, смотри, раз, два, три, четыре мы берем. Раз, два, три, четыре полурослика. Этого также отправляем в сброс. Он уже не выйдет на поле. И сюда мы кладем одну гору. Ну, а теперь следующее будем занимать, скажем, вот здесь. Раз, два, три. Да, это тоже, кстати говоря, понимаешь, да, не пустой регион. Поэтому надо было как-то вот так обозначать. Смотри, раз, два, три. Ведь у нас свойства разбойные, поэтому мы за как раз-таки вот этот каждый непустой регион получим потом по одной победной монете. Поэтому это просто напоминание. И у нас еще, смотри, у нас еще есть один жетон, где будем занимать. Ну, давай попробуем вот этого занять. Для этого нам нужно выкинуть на этом кубике 3 или 2. Выпало пусто. Это мы уже привычные к этому. Теперь будем распределять. Смотри, все эти жетоны отправляются сюда, потому что вот эти территории невозможно завоевать. Посмотри, что там написано. Ты видишь, что там написано? Давай еще ближе. Да, лучше сюда не влезать. Смотри, какая у нас башня этих самых полуросликов. И начнем получать победные монеты. Раз, два, три монеты есть. 4, 5, 6. И вот только теперь мы можем их сбросить и получить 6. Ну, давай 3 и 3 возьмем. 3 и 3. Это тебя. Ну и, наконец, что будет делать? Для начала, конечно же, нужно понять, какой еще народ придет на это поле. Крысолюды лесные, ничего себе. Слушайте, стоит, может быть, заплатить 1, 2, 3, 4, 5 монет, чтобы взять их. Но тут и вышли, смотри, лютые орки. И прямо сейчас мы, конечно же, возьмем 3 монеты, но не будем жадничать, будем брать 1, 2, 3. Будем брать лютых орков. Почему? Сразу давай посмотрим, сколько здесь 4 и 5. Это 9, а сколько всего орков? 10. Таким образом, смотри, мы можем смело взять 1, отложить жетон, и здесь должно быть 3, 3 и 3. Да, 9 жетонов мы взяли вместе со знаменем и свойством. И прямо сейчас, слушай, что начнется? Что сейчас начнется? И мы сейчас правильно сыграем. Мы абсолютно правильно будем играть в этот раз. Потому что сначала мы бросаем кубик. И от того, какой результат там выпал, мы принимаем решение, какой регион мы будем занимать. Но еще помнишь, да, что у орков есть вот такой перечеркнутый регион и плюс один. Орки, каждый захваченный вами на текущем ходу не пустой регион, приносит вам одну призовую монету в конце вашего хода. Но это примерно вот такое же свойство. Да не, не примерно, а такое же, как и у полуросликов. Ну, и прямо сейчас, смотри, бросаем кубик. Смотри, 2. И вот сейчас мы принимаем решение, какой регион мы будем занимать. У нас уже 2 есть. И вот что-то тут расплодились крепко вот эти упыри. Может быть, уже их пора
Но ладно, давай пока что займем какой-нибудь, нам бы, знаешь, подальше пока что от всех этих вояк. Ну, давай вот этот регион займем. Смотри, одним жетоном, и два у нас уже есть. Да, опять смотри, бросок кубика. Один. Один, вот, смотри, один есть, один добавляем, этот регион наш. Опять бросок кубика. Пусто, и вот теперь придется раскошелиться. Раз, два. Опять бросок кубика. Три! О, отлично, три! Ну что же, будем, наверное, занимать гору. Опять-таки, одним жетоном этого достаточно. Так, посмотрим, еще бы три. Один. Пойдет. Вот смотри, вот этот регион, который граничит с этой горой, одним жетоном займем. Смотри, сюда мы тоже можем перейти. Нам бы еще бы одну единичку. О, отлично! Здесь это говорит о том, что мы можем позволить себе занять и вот этот регион одним жетоном. А этот уходит в сброс. Смотри, у нас еще два есть жетона. И броски кубика. Смотри, пусто. Придется все-таки... Да, занимать вот этот регион, и это было последнее завоевание, потому что больше мы ничего завоевать не сможем. Да и так, смотри, как мы здорово по карте расползлись. Давай распределим их, ну, сюда и вот сюда. Здесь, смотри, здесь у нас как раз великаны, поэтому опасно. Считаем. Итак, был всего лишь один непустой регион, вот с вот таким вот, помнишь, да? Давай опять напоминанием вот так будем оставлять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Восемь победных монет. Давай получать. Это пять и три. Восемь. Но мы... Помнишь, вначале потратились, да, для того, чтобы приобрести этих орков. Давай посмотрим, кто еще выйдет на это поле. Итак, героические дварфы. Слушайте, как необычно читать название этих свойств и знамен на русском языке. Но надо привыкать. Да, даже к такому хорошему нужно привыкать. Итак, сейчас начинается второй раунд. Пока что самые богатые на поле – это верховые великаны. У них 12 золотых монет. А вот у Рю, который играет за драконовластных упырей, пока что в кармане всего 10 золотых монет. Надо исправлять ситуацию. С одной стороны, только второй раунд. И мы можем сейчас взять, вот так вот, смотрите, с каждого региона, вот так по всем упырям. И продолжить, ну, скажем, завоевать вот этот регион и вот этот. У нас как раз-таки 5 хватит. Сюда 2, сюда... Нет, хотя даже больше, потому что у нас ведь есть еще дракон. Но мы принимаем решение перейти упырями в упадок. И прямо сейчас дракон улетает, и все упыри переворачиваются вот такой неактивной стороной. Но упыри вот эти, которые мы взяли в руку, они также остаются. Они просто переворачиваются, и мы их перераспределяем. У нас просто не было сейчас захвата, но в следующем ходу мы обязательно начнем захватывать сначала своими упырями территорию, а потом активной расой. И сейчас раз, два, три, четыре, пять. Мы получим, пожалуйста, 5 золотых. Здесь у нас 15, помните, а здесь 12. И сейчас верховые великаны начинают свой путь куда? В упадок? Или, может быть, продолжит завоевание? Но у них, мы помним, да? У них свойства все территории рядом с горами, минус один, и еще и все пашни и холмы. Так, где у нас пашни и холмы? Вот пашни и холмы. Вот, смотрите, вот это все, вот это, кроме болот, конечно же, мы можем завоевать, и вот еще. Смотри, вообще-то здесь, чтобы завоевать, нужно 3 жетона. Раз, два, три. Но нет, мы на один меньше будем завоевывать, потому что... Так, ну, здесь нам маркер не нужен, у нас не свойства разбойные, поэтому просто сбрасываем его и двумя завоевываем. Так, у нас еще есть 2. Вот, смотри, вот здесь вообще 1. Мы одним завоюем здесь, потому что у нас, видишь, это холмы. Ну и постараемся мы завоевать вот этот регион. И для этого нам нужно выбросить на кубике хотя бы 1. Хотя бы 1, потому что у нас скидка. У нас скидка. Да, отлично, все, у нас скидка. Еще раз понимаешь, да, почему 1 нам нужен был? Потому что, смотри, для того, чтобы завоевать вот этот регион вместе с забытым племенем, нужно 3 жетона. 2 за пустой регион, 1 за забытое племя. Но у нас скидка, у нас они верховые, минус 1, поэтому всего нужно 2 жетона. Один есть и второй. Вот, пожалуйста, тут даже второй и третий. Поэтому это также сбрасывается. И теперь давайте посмотрим, как мы будем перебирать
перераспределять. Ой-ой-ой-ой-ой, ну давай вот так перераспределим и посмотрим, сколько победных монет сейчас завоюют великаны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь победных монет прямо сейчас забирают великаны. Вот эти восемь победных монет забирают себе верховые великаны. А вот сейчас обратил внимание, что мы упырей перевели в упадок, но не сбросили вот это вот свойство. Его нужно вот сюда вот отправить под низ всех свойств. А вот это знамя пока что остается на поле, напоминая о том, что мы будем каждый ход сначала завоевывать упырями территорию, а потом только переходить к активной расе. Полурослики. Разбойные полурослики. Помним о том, что каждый завоеванный нами регион будет приносить нам одну победную монету. И, конечно же, раз, два, три. Это у нас, давайте, напоминание будет. Вот у нас, смотрите, великан завоеван. Так, ну, кого еще будем завоевывать? Может быть, сюда перейдем? Давай попробуем. Раз, два, три. Еще один не пустой регион завоеван. И вот теперь, смотри, у меня тут осталось два полурослика. Но нужен бросок кубика подкрепления. Итак, один, отлично, ровно столько, сколько надо. И один отправляется сюда. И теперь мы перераспределяем. Теперь есть что перераспределять. Раз, два, три. Вот сюда. И давай, ну какой, ну давай вот этот регион укрепим. И посчитаем, сколько же у нас полурослики забрали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но это еще не все. 7, 8, 9. Вот это сбрасывается. И мы возьмем, знаешь как, мы возьмем 10, а сдачу вернем 1 в запас. И на этом разбойные полурослики закончили свой ход. Лютые орки. Помните, да, как мы сейчас будем завоевывать этими орками? Но для начала давайте соберем и посмотрим, сколько у нас орков. У нас-то всего, посмотри, 2 орка. Может быть, стоит уйти в упадок? Даже такой серьезной, конечно же, серьезной расы и такой способностью. Но что мы сейчас сможем сделать? Ну, давай еще один круг. Давай, смотри, бросок! Пусто, видишь? И смотри, сейчас мы должны будем завоевывать. Что мы можем тут завоевать двумя? Нету пустых регионов. Есть только, смотри, видишь, вот чтобы завоевать вот этот, нужен 3. Чтобы завоевать вот этот, ну, нужно 3 жетона. Поэтому мы просто распределяем их. Давай вот так. И, скажем, вот так. И опять, что мы сделаем? Посчитаем. Нужно было уходить в упадок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего лишь 7. Как мало. Давай, 5, 6, 7 отправляется сюда. И вот только теперь мы перемещаем вот этот маркер раунда на третью позицию. И посмотри, всего 9 раундов. Не 10, как было для 2-3 игроков, а всего лишь 9. Помните, что делают упыри в упадке? Правильно, сначала атакуют, а только после этого позволяют то же самое сделать активной расе. Вот они, упыри. Сначала мы собираем вот так вот по одному жетону и решаем, куда же мы пойдем. Ну, конечно же, давайте сначала проатакуем вот этого великана. Раз, два, три. Нет великана. И, конечно же, вот этот великан тоже зачем-то здесь. Давайте попробуем его проатаковать. Этот, кстати, уже ушел с поля. Мы его убираем. И сейчас нам нужно выкинуть один. Всего лишь один. Один. Пожалуйста, как по заказу. И этот великан также отправляется в сброс. Все, не на руку, а в сброс. И теперь у нас что делают упыри? Правильно, перераспределяются. Давайте вот так сюда. И вот сюда один. Теперь считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь победных монет мы получили. 5, 6, 7. И вот только после этого Рю может выбирать себе активную расу. Но тут, понимаешь, выбор хорош. Смотри, тролль, тритоны, тролли, колдуны походные. Также интересная раса, которая может менять, скажем так, вот. Видишь, жетон активной расы на свой жетон активной расы уже из вот этого контейнера.
помните, да, как называется пароход, который поставляет нам жетоны. Но есть еще лесные крысолюды. Но смотри, упыри заняли вот тут лес и тут лес. И нам придется атаковать самих себя, чтобы этот лесной регион занять. Либо вот этих орков, а дальше орки, смотри, как укреплены здесь на горах. Полурослики тоже, смотри, вот в лесах. Видишь их сколько здесь? Но, скорее всего, они в следующем ходу пойдут в упадок. И тогда это будет интереснее. Ну, а сейчас давай возьмем, наверное, укрепленных тритонов. Для этого возьмем всего лишь навсего одну монету, заплатим эльфов. Уж извините, что мы вас пропускаем. Возьмем себе вот эту активную расу вместе с этим золотым. И также мы переместим себе вот эти крепости. Каждый ход по одной крепости будет появляться в регионе. И пока мы активны, это плюс один золотой и, естественно, укрепление. Ну и тритонов 6 и 3, 9. А сколько тритонов? 11. Да, маловато, маловато. Давай отсчитывать себе 9. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот эти отправляются в сброс. И вот только теперь, после того, как мы проатаковали упырями, мы зайдем на это поле. Причем не обязательно рядом с упырями. Мы их не знаем. Это вообще неизвестно кто. Давайте подумаем. У нас есть хорошая скидка на все регионы, которые рядом с морем. Вот здесь, понимаете, да, будет скидка. Вот здесь хорошая скидка. Имеет, конечно, смысл занимать этот регион. Ну, я имею в виду вот эту часть региона. Но здесь, понимаешь, только племена в упадке. А нам бы, конечно же, выкосить нужно. Нужно прорваться нам. Да, мы так и сделаем. Вот, смотри, еще водный регион. И здесь у нас наверняка сейчас будут приходить в упадок. Мы тут с легкостью все завоюем. И сначала, смотри, сначала сюда нужно было отправить 3 тритона. Но у нас скидка. Мы завоевываем этого орка 2 жетонами. С этим мы сделаем то же самое. Мы завоюем всего лишь 2 жетонами, потому что, видишь, море спокойствия. Маленький клочок моря спокойствия позволяет нам отправить этих орков с поля. Так, теперь нам нужно прорваться вот сюда. И как мы это будем делать? Через горы? Нет, давай все-таки вот так. Раз, два, три. Ну, придется так сделать. Конечно, дороговато. И жетон забытого племени уходит, а мы среди коров теперь начинаем с ними дружить. И вот здесь, смотри, здесь на самом деле не 3, а оставшиеся 2, и великаны уходят из истории этого Смолвиля. Теперь мы перераспределим, но перед тем, как мы перераспределим, мы возьмем один жетон крепости и отправим его, скажем, ну давай вот куда-нибудь вот. Хочется, конечно, сюда или вот сюда, потому что это регион, который граничит с морем. Отсюда будут заходить, конечно, новые племена. Но давай вот этот регион, учитывая, что крепости будут оставаться с тритонами и в упадке, будем укреплять вот этот регион. А теперь мы перераспределим оставшиеся, вот скажем так, давай так и так. И теперь получим 1, 2, 3, 4. И 5 мы получим за вот эту крепость с флагом. 5 золотых получили. Вот эти все крепости пока что ждут своего часа. В следующем ходу еще одна крепость станет доступна для размещения. Ну а теперь великаны. Верховые великаны, конечно же, тут им делать нечего, только уходить в упадок. Поэтому давай снимать, оставлять по одному великану в регионе. 1, 2, 3, что ли? Всего лишь 3? Давай посмотрим еще раз сверху. Да, по-моему, всего 3. 1, 2, 3 великана на поле. И это значит, что всего лишь 3 монеты получает вот этот вот персонаж, которого зовут Фи. Но у него с монетами все в порядке. И теперь смотри, мы переворачиваем знамя, которое будет напоминать, что мы в упадке. А вот это мы кладем под низ. Вот именно в таком порядке они и будут выходить потом, когда будут обновляться знамена. Но давай посмотрим, кто выходит следующим. Мирные скелеты. Очень интересное свойство у скелетов. Мирные, дипломатические, так сказать. Но это мы посмотрим, как работает
в следующих раундах. А разбойные полурослики, стоит ли вам уйти в упадок? Ну, давай посмотрим, сколько у вас вообще жетонов для завоеваний. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Это, в принципе, неплохо. Тем более у вас свойства разбойные, то есть каждый непустой регион принесет вам одну победную монету. А где здесь регион? Смотрите, вот один. Ну, допустим, это раз, два, три, да? Остается два. И что у нас тут? Вот этот с помощью кубика завоевывать. Может быть, все-таки стоит уйти в упадок и получить свои раз, два, три, четыре, пять, шесть монет. Либо сделать ошибку и завоевать раз, два, три вот этот жетон великана. И попробовать вот этого великана завоевать с помощью броска кубика. Ну что же, может быть, мы и сделали ошибку. Да, все-таки сделали, потому что очень, очень и очень мало у нас получилось. Ну давай сюда, сюда, сюда и сюда. И считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего лишь семь победных монет мы получаем. И ход отдаем лютым оркам. Лютые орки наконец-таки уходят в упадок. И это естественно, потому что нужно было это делать совсем раньше. Переворачиваем все. Два, три, четыре, пять. Больше нет ведь? Только пять. Переворачиваем знамя. И свойства уходят вниз вот этих всех свойств. Получим пять. И передвинем марки раунда на четвертую позицию. Какие классные упыри, да? В начале хода атакуют сами, несмотря на то, что находятся в упадке, а потом позволяют уже завоевывать регионы тритоном. Вот эти упыри и вот эти тритоны. Ну что, давай собирать. Раз, два. Два жетона у нас всего... А нет, три. У нас есть три жетона для завоевания. И, конечно же, ну, можем занять гору. Да, очень удобно, потому что займем сейчас вот этого великана. Хотя нет, давай, зачем мы будем позволять великанам, вот этим великанам, получать вот эту одну победную монету за то, что они находятся в упадке. Нет ушки, великаны. Все, вы за этот регион не получите. Но и давай распределять здесь и давай сюда. Получаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Понимаете, да? 8, и это только упыри в упадке. А теперь тритоны. Как напоминание, возьмем себе вот эту одну крепость, чтобы не забыть ее распределить в конце хода. Но смотри, давай завоюем что-нибудь такое поинтереснее. Здесь у нас горы. Горы мы, смотри, раз, два, три. Должны были вроде как тремя завоевать, но у нас скидка. Все регионы, которые граничат с водой, со скидкой в один завоевали. Так, упыри. Вот этого упыря, давай мы его немножко проредим. Ну, давай вот так. Раз, два, три. Да, вот этого упыря скинем. Пора уже всем обратить внимание на то, что упыри творят на этой маленькой территории. И сюда мы, да, отправим крепость. И, скорее всего, этот регион мы будем укреплять, да, вот таким образом. Здесь, наверное, мы укрепим тут и здесь. И только теперь получим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь за крепость. Восемь. То есть получили восемь за упырей и восемь за активную расу. Ну а что, феи, ты продолжаешь, да? Продолжаешь крошить батон на поле. Великаны. Великаны принесут ему, конечно же, какое-то количество очков, но после того, как он завоюет активные расы, причем даже, может быть, своих. У него всего лишь навсего один великан остался. Да, потому что вот этот великан был завоеван. Так, великаны больше не представлены на поле. Но давай смотреть, кто нам, кто пригодится. Может быть, все-таки ученые-тролли? Смотри, как здорово, да? Или, смотри, богатые эльфы. Их много, 10 штук. Но тролли 9. Но они будут получать... Так, давай одну монету эльфам опять. Смотри, они на самом деле оправдывают свое название. Богатые эльфы. У них даже сейчас, смотри, три монеты еще плюс. К тому, что семь один раз вы получите в начале
своего первого хода. Но мы берем вот эту монету и ученых-троллей. И берем себе, да, 9 троллей. Сколько всего троллей в игре? 10. Таким образом, мы возьмем вот всю эту стопку и одного отправим в сброс. Тут должно быть 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Не будем забывать о том, что нам доставятся и пещеры тролля. Посмотри, сколько их. В каждый регион, которые будут занимать тролли, мы отправим туда пещеру. Тролли не могут без пещеры. И, может быть, уже все-таки пора. Да, пора с этими упырями что-то делать. Поэтому давай-ка мы завоюем вот этот регион. 1, 2, 3. Есть этого упыря. Нет вот этого. 1, 2, 3. И этого упыря тоже нет. И, может быть, вот этого упыря тоже. Да, 1, 2, 3. То есть тролли делают сейчас такое благое дело для всех. Но в каждый регион также они помещают по одной тролльей пещере. Посмотрите, даже у этой пещеры есть вход. Вот куда входит тролль. И вот здесь также у нас есть троллья пещера. Что дают тролли пещеры? Конечно же, защиту плюс один. Таким образом, здесь получается не 3 жетона тролля, а 4 с этой пещерой. Получается, 1, 2, 3 мы получили. И каждый ход по 2 золотых прибавляем. Итак, 3 плюс 2, 5. Мало, но ничего. Это только начало. Так, открываем новых. Давай посмотрим, кто у нас. Мирные скелеты открывают у нас летучих людей. Очень необычно, да? Видеть именно такое свойство рядом с надписью «Люди». Я бы мог поверить, что летучие скелеты или летучие крысолюды могут быть, но летучие люди. Посмотрим. Итак, полурослики, ну, конечно же, пора уже уходить. Пора уходить уже. Смотри, несмотря на то, что у нас 4 жетона активных, но ты понимаешь, что сейчас будет, да? Сейчас начнется такое, что нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 победных монет мы получаем, а вот эти норы в земле уходят вместе с этими полуросликами с поля. 7, 5, 6, 7. 7 получили. И, естественно, мы перевернули это знамя, а вот это свойство отправили вниз. Вот так, смотри, уже стопка здесь редеет. Поэтому очень скоро... А, подожди! Великаны не получили еще. Вот я, видишь, как вспоминаю. Великаны еще не получили вот эту одну монету. Одну монету, пожалуйста, получите и распишитесь сюда. Хорошо, что вы мне напомнили. Я прям чувствовал, что вы через экран мне говорите. А великаны ведь тоже должны получить. Да, великаны получили. Полурослики также семерочку себе забрали. Ну, а что орки? Орки у нас, вот они. 1, 2, 3, 4, 5. 5 победных монет. И их тут потихонечку... В общем-то, потихонечку теснят тритоны. Но с гор это не так просто сделать. Здесь они хорошо расположились. Нужно уходить вот туда. Только каким народом? Может быть, все-таки лесными крысолюдами? Да, пора это сделать. Давайте возьмем несколько монет. Давайте все-таки богатеньким эльфам, колдунам. А эту монету нет, мы не отдадим. Мы возьмем лесных крысолюдов себе. Вместе с этой монетой, которую мы зачем-то с собой просто прихватили. Ну, просто чтобы показать, что у нас эти монеты есть. 4, 8, 12. 12. Где у нас этих? Вот они. Всего крысолюдов. Так, крысолюды. Где вы? Что-то не могу их найти. Вы их видите? Наверняка вы их видите, а я почему-то нет. Вот они. 13 крысолюдов. А нам нужно 12, поэтому... Один отправляем сброс и просто проверяем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10. 11, 12. Так, ну что, лесные. Нам нужны регионы с лесом. То есть вот этот регион. 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 Вот этот и вот этот. Да, начнем мы, конечно же, оттуда. И 1, 2, 3. 1, 2, 3. Все. Полурослики ушли с поля. Дальше. Так, великаны. Ну что вы тут стоите, великаны?
А вот еще лес. Кстати, давайте перейдем на него. Значит, сначала раз, два, три. И эти... А, нет, куда это я попер? Вот сначала раз, два, три. Эти полурослики с поля. И раз, два, три. Эти тоже полурослики уходят с поля. Мы мчимся сюда, в этот лес. Давайте перераспределять. Посмотрим, как мы это сделаем. Да, в принципе, как-то так вот по одной. Вот так надо и оставить. И теперь мы получаем сначала за орков, а потом за крысолюдов. Итак, орки. Раз, два, три, четыре, пять. Получили. 6, 7, 8, 9 и 10, 11 за то, что они лесные. 10 и 11. Вот и все. Вот и все. Теперь смотри, пятый раунд, и мы ровно, смотри, ровно посередине игры. Меридиан. Очень скоро будет финал игры. Фух, упырей осталось совсем чуть-чуть, но они держатся, они завоевывают. Итак, мы для начала соберем одного, второго упыря, и все. И все, больше снимать не будем мы, да, не будем. Хотя можем вообще отовсюду уйти и начинать завоевание откуда-то с краю, как обычная активная раса. Но мы этого делать не будем. Давайте попробуем завоевать вот эту гору. Для этого нам нужно бросить кубик подкрепления. И там должен выпасть один. Один. Нам столько и нужно. Смотри, мы сюда... Ну, куда распределять будем? Давай сюда, чтобы... Или нет? Вот сюда давай, потому что здесь, смотри... Или сюда. Вот здесь, видишь, здесь у нас эти... с дубинами пришли тролли. Поэтому здесь этот регион они будут завоевывать. Пускай подороже. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять монет. Просто, знаешь, просто пять монет. Посмотри, какая гора уже у этого потомка варваров. Рю. И только теперь начинают укрепленные тритоны. Опять-таки мы берем одну крепость. И собираем сначала раз, два, три. Всего три тритона. Ну что же, давай будем завоевывать вот этот регион. Смотри, нужно три, но мы завоюем с помощью двух жетонов, потому что у нас скидка. И у нас, смотри, есть еще один жетон. Один. И будем, наверное, завоевывать... Ну, здесь раз, два, три, четыре. Здесь нужно прям три выкинуть на кубики, чтобы... Нет, не три. А здесь ведь... Это прибрежный регион, поэтому для того, чтобы завоевать этот регион, нужно на один меньше жетон. Таким образом, можно выкинуть на кубики и два. Но давай попробуем... давай попробуем его и завоевать. Давай, попробуем. Итак, нам нужно два или три. Два или три! Пусто, да. Это, конечно, наши надежды. Ну, давай сюда его. И смотри... Еще одну крепость давай разместим. Ну да, давай здесь размещать крепость. И вот только теперь получать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получать, я имею в виду, золотые монеты. Восемь, девять, десять. 8-9-10 за то, что у нас есть уже три крепости на поле. Десяточку мы получили. И в следующем ходу, наверное, может быть, уйдем в упадок тритонами, но для этого упыри должны быть сразу сброшены. То есть они не могут провести завоевание, потом получить очки, а потом уйти мы тритонами будем в упадок. Нет, тритоны, если уходят в упадок, то упыри сразу сбрасываются с поля и не получают победных монет. Так, теперь у нас, смотри, тролли и великаны. Ну, великаны тут у нас всего лишь представлены вот этим жетоном, но они есть, они держатся. А что касается троллей... Ну, давай возьмем всех этих троллей и начнем потихонечку их. Так, ну, смотри, вот этого, чтобы завоевать, нужно раз, два, три, четыре, пять. Ничего себе, очень дорого. Очень дорого. Давай пока что уйдем вот сюда. Ну, тоже, смотри, раз, два, три. Мы возьмем вот этого племя, выбьем с поля. И сюда, смотри, раз, два, три. Вот этого упыря... Тоже нет уже на поле, и это хорошо. Это очень хорошо. И теперь мы в этот каждый регион давайте отправим по одной пещере. Это защита. И начнем перераспределять жетоны. Ну, давайте сюда, наверное, поближе. Сюда и сюда и сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Всего лишь пять. Ну а что? Пять, но зато золотых. И великаны получают одну монету. Одну.
Я даже на поле не смотрю. Я знаю, где они. Вот они. Великаны, и больше их на поле нет. Полурослики, они находятся в упадке. Где они? Давайте посмотрим. Вот они, смотри. Раз, два, и все. Да, больше полуросликов нет. Поэтому нужно сейчас пододвинуть вот так летучих людей, открыть, смотри, водных амазонок, какие они дорогие. Смотри, 5, 6, 11 жетонов, плюс 4 дополнительных, плюс водные, они могут вообще начинать с воды и в воде и оставаться. Очень классная, конечно, способность водная, но, может быть, давай... Ну, учитывая, что денег не очень много, а вот эти, посмотри, эльфы уже 4 монеты несут с собой, да еще и в первый ход они дадут 7 монет, мы это и возьмем, вот эти все монеты отправляются нам в руку, и мы берем 6, 4, 10 жетонов эльфов. Их 11, поэтому мы возьмем все, что есть, оставим один в сброс, а десяточку возьмем себе. Ох, они богатые. Один раз в ход 7 монет золотых. И у них, конечно же, иммунитет для всех завоеваний. Сколько их не завоевывай, они останутся у тебя на поле или в руке. Так. Ну, полурослики вот. И вот, будем ли мы их защищать. Давай посмотрим. Вот, смотри, тритончики здесь. И вот тут вот орки. Да, что-то тут вот. Давай вот с этого и начнем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И попробуем завоевать вот этот. Эти мы пока что убираем с поля. Это уже точно завоевано все. А вот этот регион мы попробуем. Смотри, какой волшебный. Смотри, какой волшебный регион мы сейчас попробуем завоевать. И нам нужно на кубике 2. Или 3. 2. Спасибо. Да, этот регион также завоеван с помощью кубика подкрепления. И теперь мы распределим. Ну, конечно же, давай вот так, пока что поровну, и сюда побольше. Это 4 всего. Раз, два, три, 4. Но у нас есть еще полурослики. 4, 5, 6. Мало. 3 и 3 взяли себе. И отдаем ход оркам. Орки, вот они. Раз, два, три. Тут их немножко эльфы потеснили своими ромашками. Вот, но лесные крысолюды начинают идти в бой. Сколько вас тут? Вот, смотрите, какое огромное войско. Мы идем в лес. Раз, два, три. Пришли в лес. Так, мы теперь куда? Да, давай скидывать этот жетон, пока мы не забыли, что мы победили это забытое племя. Так, давай, может быть, да, вот сюда мы не дойдем, сюда тоже очень далеко идти. Давай просто будем, ну а что? Вот смотри, здесь у нас получается раз, два, 3, 4. Все правильно? Раз, два, три, четыре. Чтобы потеснить вот этих полуросликов. Мы 2 за пустой регион, 1 за гору, 1 за полуросликов, которые сбрасываются и уходят с поля. Но у нас остался один жетон. И им мы будем пытаться завоевать вот этот регион. Опять-таки нужно, чтобы на кубике выпало 2 или 3. Пусто. Ничего, нам и этого хватило. Давай посмотрим. Ну, в горах мы не будем оставлять много. Давай вот так вот эти укрепим регионы и сюда побольше. И только теперь орки и крысолюды. Запомним, что лесные крысолюды, поэтому будем выделять это интонацией. Сначала орки. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 лесные, 11 лесные, 12 лесные крысолюды. Получите 12 и начните уже новый раунд. 10, 11, 12 и новый раунд уже 6. Все, опять. Смотри, все, начнется раунд с того, что упыри пойдут в атаку. Но если мы сейчас решим уйти тритонами в упадок, тогда мы должны сбросить с поля упырей. Смотри, сколько упырей осталось. Раз, два, три, четыре. Да, 4 региона. Тритоны, смотри, у них живых жетонов для завоевания 1, 2. То есть они могут сейчас попытаться, допустим, завоевать какой-то регион. Если провалят, то вот получат ровно столько, сколько уже есть. И, может быть, стоит все-таки уйти в упадок, взять новую какую-то себе расу, новый народ. Но
Давайте в следующий раз, да? Пока что, смотрите, начинают упыри, у них есть один жетон для того, чтобы вступить в бой. И, допустим, это будет вот этот регион. И чтобы его завоевать, нужно 3 жетона. Один уже есть, значит, нужно увидеть 2 или 3. Один мало. Значит, мы так и оставляем, получаем 1, 2, 3, 4. 4 монеты. Давай 5 возьмем, 1 вернем. И теперь начинают свой ход 3 тонны. Но, как я и говорил, всего есть 2 жетона для размещения и крепость. Крепость мы также будем размещать, но после того, как мы попытаемся завоевать... Давайте попробуем вот этих полуросликов. Но 2 уже есть. Ну что нам стоит выкинуть на этом кубике подкрепление вот такую 1? Но там ведь есть еще и 2 и 3. Ну, пожалуйста. Ну, это так надо! Нет. Этого не получилось, и мы давайте сначала будем укреплять, ну, допустим, вот этот регион крепостью, а вот эти 2, ну, давай сюда и сюда. И только теперь получим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. За крепость пока что мы получаем 10, 11. Получили. Ну, такая неплохая стопка, да? Такая настоящая варварская стопочка. Еще 2 крепости есть для размещения. Скорее всего, в следующем ходу уйдем в упадок. Великаны. Великаны все еще держатся? Да, вот они, великаны. Ну, пора с этим что-то делать. 3 тролли. Ученые. Каждый ход получает +2 монеты. +2 монеты. В прошлом ходу мы разве получили +2 монеты? Что-то я сомневаюсь. Так, мы начинаем с того, что мы попытаемся завоевать. Ну, давай, ладно. 1, 2, 3. И сюда попытаемся завоевать вот этот пустой регион. 1 нам, пожалуйста. Да что такое? Что с кубиком? Так, теперь мы отправляем сюда пещеру. Давай распределим. Ну, как-нибудь так. Легко. Давай, нет, лучше вот сюда. И получим сначала за великанов. 1. 1 вот такой великаний, гигантский, золотой. А потом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 берем. 1 вернем. Наш ход завершен. Кстати говоря, давайте сразу вот так вот отодвинем водных амазонок и откроем, смотри, призрачные волшебники. Это значит, что у тебя может быть в руке 2 расы в упадке. Да, сильно. Так, богатые эльфы и полурослики все еще на поле. Все еще держатся они. Да, вот они. Вот смотри, какие полурослики. А зашли вот здесь. Да, модно зашли они с гор. А теперь они вот где-то там в полях плещутся в реке. Ну что же, эльфы 1 раз получили 7. Все, об этом можно забыть. Теперь просто будем завоевывать. Завоевывать будем, наверное, так, вот этих орков. 1, 2, 3. Нет, вернее так. 2 за пустой регион, 1 за гору, 1 за орка. Орк улетел с поля. И вот он, тритончик. У нас есть тут 2. Будем пытаться завоевать. Будем. Ну-ка! Какой-то испорченный кубик стал. Не выкидывает никакие нам нужные результаты. Мы распределили вот так и получили за полуросликов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 и 3 нам в руку. И, наконец, лесные крысолюды и орки. Орков сильно потеснили, но они все еще держатся. Лесные крысолюды собирают свое войско. Так, смотри, сколько их. Ну, какое огромное количество этих крысолюдов. И, может быть, все-таки уберем мы этого великана? Ну что? Что мучается? Нам бы вот сюда в лес прорваться. Ну, это смотри, сколько надо пройти. Да, вот этих всех нужно пройти. Поэтому давай попытаемся вот этот регион. 1, 2, 3. Вот это забытое племя уходит в сброс. И сюда 1, 2, 3. Ну, конечно, не хватит нам. Но мы попытаемся. 1, 2 за пустой регион, 1 за гору. Нам бы еще 1 для того, чтобы выбить этого великана. Итак,
Отлично! Наконец-то мы увидели что-то приятное в этой Dice Tower. И мы убираем великана с поля. Можно смело великанов теперь вот эту взять знамя и положить вот сюда. Все, больше великанов на поле нет. Распределим. Так, давай сюда. Давай сюда и сюда. И можем получать. Сначала орки. Раз, два. Потом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 залез, 12 залез, 13 залез, 13 залез, 13 залез, 13, 13, 13 залез. Вы успеваете считать, сколько монет победных получили герои? Сколько вот, допустим, Уви 13 залез, все получили, и седьмой раунд. Кого интересно, сейчас возьмет у нас Рю. Ну все, упыри сделали свое дело. Упыри могут уходить. Уходи с поля. Хватит. И если мы решаем прямо сейчас тритонов отправить в упадок, а мы, конечно же, так сделаем, мы переворачиваем вот это свойство и видим, что его не нужно сбрасывать вот сюда. Его нужно еще пока что оставить, потому что это напоминание, что каждая крепость приносит плюс одну защиту. А вот упырей мы сбрасываем, мы их подкладываем сюда, они прямо через несколько ходов выйдут опять на поле. И где эти упыри? Вот они, не принося никаких победных очков, они просто сбрасываются. А вот как раз таки победные очки будут приносить нам тритоны, которые сейчас в упадке. И здорово, что мы укрепили вот этот регион центральный, его будет сложнее завоевать. Ну а здесь оставляем по одному. И вот только теперь мы подсчитаем победные очки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего лишь семь. Кстати говоря, вот этих тоже надо убрать. Всего лишь семь. Это пять. Давайте так, три, три. И один. Взяли себе. Это семь. Это тоже мы сбрасываем. Больше нам крепости не выставить. Все. В следующем ходу уже Рю возьмет себе новую активную расу. Ну а тролли? Тролли, что будут делать тролли? У них уже абсолютно нет расы в упадке. И смотри, может быть, да, наверное, мы их тоже отправим в упадок. Это делается так. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 победных монет, 5 и 6 мы получили. Троллей отправили в упадок, и вот это свойство уже неприменимо к ним, ученые. То есть мы не получили плюс 2. Но тролли остаются, тролли пещеры остаются здесь на поле и приносят нам одну защиту. Так, полурослики. Полурослики вот еще держатся, поэтому они все еще на поле. Может быть, эльфы также. Да, и эльфы, смотри, полурослики сбрасываются. Мы не будем считать, сколько они нам принесли. Мы отправляем эльфов в упадок. Свойства сбрасываем. И эльфы давай сначала уберем вот так с поля. Раз, два, три, четыре. Всего лишь пять победных монет. Но в следующем раунде будем выбирать себе активный народ. И здесь, смотри, орки. Может быть, и их тоже пора. Давай посмотрим, сколько у нас. Раз, два, три, четыре. У нас всего четыре жетона есть. Четыре жетона. Что мы можем с ними сделать? Ну, вот, допустим, вот этот завоевать регион и вот этот, да? Но орки-то у нас представлены всего вот здесь на поле. Ну, ладно, давай так и сделаем. Завоевали, перераспределили. Давай перераспределять вот так. И так, вот так нам захотелось. И получаем мы победные монеты все еще за орков и за лесных крысолюдов. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать за лесных крысолюдов, пожалуйста. Мы возьмем 15 и вернем сдачу единичку. И сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть знамен готовы для того, чтобы их выбирал Рю. И переместимся на восьмой раунд. Предпоследний раунд. И посмотрим, кто вот на этих кораблях вывезет победное золото с этого Смолвиля.
предпоследний раунд. И сейчас буквально на пару секунд на вашем экране появятся все возможные знамена народов и их свойства, чтобы вы попробовали сами выбрать это самое правильное знамя, которое понесет Рю. Просто напомню вам, что у него тритоны. Тритоны расположились вот здесь. Видишь, они укреплены. И посмотри, какие доступные знамена. Призрачные волшебники, водные амазонки, летучие люди, мирные скелеты, героические дварфы и походные колдуны. Но здесь очевидный выбор. Походные колдуны – это сейчас ты увидишь, что будет делать с ними Рю. Итак, нужно сначала взять вот такие 5 лагерей. Мы их будем располагать в любом количестве, в любом регионе, как захотим. Хотим в один регион все 5, хотим по одному в каждый. И возьмем 5 и 5, 10. 10 жетонов. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И еще один. Но это не все. Потому что мы сейчас начнем применять свойства. Вот это самое свойство, которое звучит как... Свойство применяется один раз в ход против каждого соперника. Захватите регион, подменив жетон активного народа соперника жетоном колдунов из контейнера. У соперника не должно быть других жетонов народа в захватываемом регионе, а регион должен граничить с вашим. Да, и вот теперь смотри, как хочется взять сейчас и вот применить свойство против вот этого крысолюда. Но вспоминаем вот о том, что написано в часто задаваемых вопросах. Могут ли колдуны без способности летающие, а именно такие у нас, использовать свои свойства по замене чужого жетона на границе поля для первоначального завоевания? Нет. Колдуны без способности летающие не могут начинать свое первое завоевание, используя свое свойство замены жетона. Это может быть только второе, поэтому первое придется раз, два, три. По обычным правилам. А вот этот жетон, да, мы возьмем из контейнера. Ну вот, у нас вот здесь будет контейнер. Один жетон. И просто этот отправим в сброс, а этот положим из контейнера. А дальше все по обычным правилам. Раз, два, три. И этот уходит с поля. И... Так, тут у нас... Вот, неплохо. Раз, два, три. Давай их убирать. Да, вот эти. Убирать 2 жетона. Они не нужны. И у нас остался 1 жетон. И мы его применили уже по отношению к крысолюдам. Но мы не применяли его еще по отношению к другим активным народам. А у нас на поле активных больше нет. Только крысолюды. Смотри, эльфы и тролли находятся в упадке. Поэтому давай попробуем завоевать вот этот регион с помощью обычного кубика подкрепления. Бросаем его. Пусто. Мы это уже привыкли видеть. Распределим. Давай сюда по одному сначала. Потом сюда и сюда. Распределили. И только после этого мы получим за тритонов. А, ну еще, конечно же, мы распределим вот эти лагеря. Так, ну давай. Сюда давай 2, сюда 1, сюда 1 и сюда, ну да, вот так, пускай будет здесь 2, здесь 2, здесь 1. И таким образом это как бы увеличивает защиту нашего региона. Сначала тритонов считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. 10, 11 получил Рю. И теперь тролли. Но тролли в упадке. Поэтому давайте отодвигать призрачных волшебников и открывать боевых великанов. Боевые великаны завоевывают каждый регион со скидкой минус 1. Захватите любой регион, используя на 1 жетон народа меньше. Для захвата нужен как минимум 1 жетон народа. Как удобно, когда все написано на понятном тебе языке, и не нужно ничего в уме переводить. Так, тролли. Тролли вот здесь, вот они, смотри, тролли. Ну и тут у нас... давай попробуем мирными скелетами что-то. Мы сейчас попробуем взять в друзья. Взять в друзья. Ну, допустим... Кого бы взять в друзья? Кто нас будет атаковать? Ведь сейчас кто-то попрет на нас. И сейчас мы... Может быть, я имею в виду, что можем мы взять мирные скелеты и взять кого-то в друзья. А можно взять летучих людей? Да, давай так и сделаем. Давай возьмем 2 монеты. Давай отдадим дварфам, скелетам. И возьмем летучих людей.
Ой-ой-ой, что сейчас начнется? Как мы начнем летать? 10 мы берем. 10. А их, наверное, всего 10. Давай посмотрим в памятку. У нас 10 людей, поэтому даже не будем считать. Их тут 10. За каждое вот это, за каждую пашню мы получаем плюс одну победную монету. И сразу смотри, летучие. Раз, два. Получили. Здесь, смотри. Раз, два. Получили. Так, вот здесь пашня, смотри. Раз, два, три. Эльфы улетают с поля. Так, где бы еще пашню нам завоевать? Вот, смотри, здесь, но здесь раз, два, три, четыре. А у нас всего три. Поэтому, может быть, где-то есть и здесь тоже, смотри. Раз, два, три, четыре. Ну, давай попробуем... Нет, все-таки нужен регион, который мы наверняка точно завоюем. А это будет, скорее всего, вот этот регион. Смотри, раз, два, три. Давай этого эльфа отправим с поля. Да, конечно, это наверняка перераспределим. Вот они, летающие люди. Посмотри, давай сюда один. Сюда один. А сюда давай побольше, вот так. Вот так, побольше. И начнем считать. Итак, тролли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Люди. Семь. 8, 9, 10. И за то, что пашни 10, 11, 12, 13. 13 мы получили вот за этот ход. Так, эльфы. Эльфы также в упадке. Эльфы, раз, два, три. Всего лишь 3 эльфа осталось. Очень мало. Поэтому давайте смотреть, кто у нас еще появляется на поле. Болотные упыри. Очень хорошая, конечно же, способность у упырей, но мы не успеем применить, мы не успеем увести их в упадок, даже если прямо сейчас возьмем. Да, поэтому все-таки давайте возьмем водных амазонок. Для чего? Ну, для того, чтобы... Вот так. Мы берем сюда одну монету. Может быть, все-таки мирных скелетов? Мирных скелетов, ладно. Так, сейчас подумаем. Давай еще раз прочитаем вот это свойство. В конце каждого вашего хода можете выбрать одного соперника, чей активный народ вы не атаковали на текущем ходу. Этот соперник не может атаковать ваш активный народ до начала вашего следующего хода. Тут слово главное — активный. То есть мы можем, конечно, мочить всех неактивных, а вот... Выбрать себе, допустим, ну вот, крысолюдов и сказать: крысолюды на нас не нападают. Либо вот этих вот колдунов, которые со свойством походные. То есть можно выбрать и их в союзники. А можно взять амазонок. Да, все-таки я почему-то на них смотрю, потому что их много. Раз, два, посмотри. Посмотри, сколько сейчас их появится у нас в руке. Посмотри, здесь 5-6. Но это еще не все. 11 плюс 4, 15. Их, по-моему, всего 15. Да, их 15 амазонок. Смотри, вся вот эта вот армия сейчас будет атаковать. Причем мы можем занимать спокойно водные регионы. И начнем мы, наверное, да, вот отсюда. Давай, погнали. Раз, два. Теперь сюда. Раз, два, три. Нет, тритонов. Здесь тоже. Раз, два, три. Нет, этого тритона. Нет, кто сказал, что он здесь есть? Так, эльфы наши. Поэтому давай вот этого тритона еще. Раз, два, три. Его тоже нет. Вот этого орка. Вот смотри, орки у крысолюдов, поэтому раз, два, три. Орка тоже нет. Поэтому смело можем взять этого орка. Нет, вот еще орк есть. Вот еще орк. У нас остался один жетон. Один жетон, и мы можем попытаться... завоевать. Ну, какой регион? Ну, давай вот... Давай вот... Дорого, конечно. Давай, смотри. Чтобы завоевать этот, нам нужно раз, два, три, четыре. У нас один есть, только тройка. Только тройка поможет нам завоевать этот регион. Но посмотрим. Пусто. Да. Ничего страшного. Этот регион... не наш. Мы теперь берем, делаем следующее. Мы... оставляем раз, два, три, четыре здесь, в лесах Амазонки. И распределяем раз, два, три, четыре. Раз, два. Не, давай сюда, в лес. Вот так.
И только теперь считаем за эльфов и водных амазонок. Эльфы. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь победных монет. Пять и три. Восемь получили. Ну и, наконец, смотри, орки, да? Орки держатся. Вот еще один регион. И крысолюды. Может быть, пора уже их отправить? Да, давай так и сделаем. Давай, орки отправляются у нас отдыхать. И их знамя отправляется вот так под стопку. Кстати говоря, можно уже открыть новое знамя. Это у нас будет скаридные полурослики. Скаридные, по-моему, впервые выходят, как и болотные. Свойства впервые у нас в игре выходят. Скаридные. Кто такие скаридные? Где? Вот они. В конце вашего хода каждый занятый вами регион приносит вам одну призовую монету. Здорово. Скаридные. Да, скаридные полурослики. Ну, и, наконец, эти крысолюды отправляются в упадок. Свойство сбрасывается сюда. Свойство лесное. И давайте переворачивать всех крысолюдов. Раз, два, три, четыре, пять. И все. Всего лишь пять. Нет, шесть. Всего лишь шесть. И можем даже не проверять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть победных монет. Пять и один взяли. И... Знаешь, что сейчас будет происходить? Конечно. Да, сейчас тот самый финальный раунд. Девятый. В следующий раз, когда мы сыграем на поле в пятером, и с нами будет играть Си, который придумал Тимми Фокс, вот тогда наверняка мы сможем попробовать все свойства всех знамен, в том числе и мирных, и скаридных, и болотных. Я даже заготовил вот такой вот кастомный жетон. Жетон для свойства мирные. Но не факт, что это будут мирные скелеты. Итак, у нас тритоны и походные колдуны. Тритоны все еще держатся нормально. Смотри, раз, два, три, четыре их на поле. А вот что касается колдунов, у них ведь свойство есть. Помнишь, какое, да? Они могут менять жетон активной расы на один свой жетон из контейнера, но посмотри, разве ты где-то видишь хотя бы один жетон активной расы? Нет, везде творит два, тут два, тут два, а сюда ему не заплыть. Поэтому будет обычно, в общем-то, занимать вот так. Раз, два, три. Этот уходит. Давай, этого тоже. Раз, два, три. Этот уходит. Ну, у нас остался один жетон. Ну что, попробуем завоевать вот этого, да, крысолюда. Давай, нужно, чтобы выпало два. Это пусто. И это было последнее финальное завоевание. Поэтому абсолютно не важно, как мы сейчас будем распределять. Ну, давай вот так вот по одному лагерю распределим в каждый регион. И посчитаем сначала за тритонов. Раз, два, три, четыре. Теперь пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Десяточка. Ну что ж, вот это десять отправляется нам. И все. На этом Рю может совершенно спокойно брать вот так вот и считать, сколько золотых он заработал. Больше ему не интересно, сколько завоюют у него жетонов. Но смотри, летучие люди, тролли, вот они. Вот она, смотри, троллья, так называемая пещерная гряда. Сейчас мы возьмем... Где наши люди? Вот они. Вот один человек. Вот тут еще несколько. И вот отсюда возьмем. И летучие начинают свой летучий поход. Нам сейчас нужно занимать такие, знаете, дешевенькие регионы. Допустим, вот этот. Вот смотри. А, подожди. Сначала с пашней. С пашней у нас вот этот и вот этот. Раз, два, три, четыре. Это абсолютно точно мы его завоевали. Сбрасываются и тритоны, и это одна победная монета. И у нас осталось два. Два, 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 два. Здесь нам не завоевать. Смотри, здесь нужно, чтобы на кубике выпало три. А это, как мы помним, нереально. Поэтому будем пытаться завоевать вот этот регион. Два у нас есть. А нужно всего раз, два, три, четыре. Таким образом, два или три на кубике подойдут нашим летучим людям. Пусто не подойдет. Значит, мы просто перераспределяем их. И
считаем победные очки. Итак, сначала тролли, потом люди, и не забудем им плюс один за пашни. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. За пашни. 12, 13, 14, 15. Звучит хорошо, да? Как будто братья запашные. Братья запашные также где-то рядом украшают тигров. Амазонки. Мы берем амазонок. И теперь вообще не обращаем внимания на самые дешевые регионы, будем завоевывать. Только исключение, конечно же, регионы с эльфами. Вот эти регионы оставляем, они нам пригодятся. Итак, люди. Раз, два, три. Есть, люди ушли с поля. Так, давай. Так, вот этот, может быть, что-то есть. Ну вот, смотри, раз, два, три. Да, с горой завоевали. Давай все-таки раз, два, три, четыре. Да, и этот также мы завоевали. Ну, потому что два за пустой, один за гору, один за крысолюда. Четыре. Теперь мы берем, снимаем все жетоны. Сначала четыре отправляем в лес. Да, и эти кое-как распределяем. Ну, а теперь получаем за эльфов и за водных амазонок. Кстати, мы могли совершенно спокойно, да, пройти. Ну, хотя нет, так этот регион сложно завоевать. Вот этот завоевать и пойти в воду. Но ничего, мы уже сделали эльфы. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11. И это был предпоследний игрок, который завершил свой ход. Ну и теперь крысолюды, посмотри. Крысолюды, они еще есть на поле. Вот, вот на поле представлен крысолюд. Вот крысолюд есть. Больше вроде нет, только три. Раз, два, три. Но нам сейчас нужно выбрать себе активную расу. И, кстати, это могут быть боевые великаны. И их, конечно, не так много, но зато у них скидка на каждый регион минус один, да еще и каждый пригорный регион плюс один. Так, ну а вот это свойство уже скелетов нас не интересует, потому что это финальный ход. Героические дварфы их мало. Так, конечно же, можно было бы попробовать завоевать какие-то регионы вот с вот этой шахтой. Вот регион шахты, вот с шахтой. Но до них еще добираться и добираться. Поэтому давай что-нибудь возьмем такое. Да, великанов или волшебников? Великанов, волшебников. Давай великанов. Потому что, ну, хорошая скидка. Давай возьмем три монеты. В финале теряем монеты. Раз, два, три. Но ничего, мы сейчас за счет этой скидки завоюем много. Итак, мы пододвигаем сюда знамя, чтобы открыть. Смотри, стойкие орки! Какое классное свойство, стойкие! Это значит, что можно активной расой атаковать себе сколько вздумается, а потом на этом же ходу взять и уйти в упадок. Но нет. Итак, мы берем великаны. Великаны у нас, вот они, великаны. И нам нужно всего лишь 10. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Одного великана сбрасываем. И теперь помним о том, что они боевые. И все вот эти регионы рядом с горой с минус один боевые. Еще раз уточним. Захватите любой регион, используя на один жетон народа меньше. Для захвата нужен как минимум один жетон. Ну что же, где тут? Где тут полегче завоевать? Ну, наверное, вот здесь. Так, где у нас гора? Вот гора, кстати говоря. Но тут все так дорого. Все так, смотри, здесь дорого будет завоевывать. Вот гора. Тоже, смотри, окружена она нашими вот этими укрепленными в пещерах троллями. Вот гора. Ну, давай попробуем. Раз, два, три, четыре. Понимаешь, почему 4? 2 за пустой регион, 1 за гору, 1 за амазонку. Взяли, захватили, но минус 1 за то, что мы боевые. У нас уже скидка есть. Теперь скидка, смотри сюда. Чтобы завоевать этот регион, нам нужно 1, 2, 3. Но у нас скидка за то, что он рядом с горой. И вторая скидка, вернее, это же скидка, а не сброс, за то, что у нас есть способность боевые. То же самое и здесь касается. Опять одним жетоном мы завоевываем этот регион. И вот здесь, смотри, придется здесь заплатить 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ну, опять будем. Скидка за то, что рядом с горой. Скидка за то, что
за то, что мы боевые. Двумя жетонами пришлось. Так, ну здесь также придется, да, вот этих вот укрепленных тритонов завоевывать. Сначала посчитаем скидку рядом с горой минус один и за боевые минус один. Таким образом, всего лишь раз, два. Два жетона, и это убирается с поля. Остался один жетон. И попробуем завоевать, ну, допустим, вот этот жетон, вернее, вот этот регион. У нас есть скидка за то, что мы боевые, поэтому кидаем кубик. Пусто, да. Какая бы скидка ни была, но и распределять мы уже ничего не будем, потому что просто будем считать. Крысолюды и боевые великаны. Крысолюды, где вы? Раз, два. Мы тут завоевали своего крысолюда, молодцы. Раз, два. Теперь три, четыре, пять, шесть, семь. Своих крысолюдов мы могли завоевывать, просто мы забыли, что они наши. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего лишь семь. Пять, шесть, семь золотых мы получили, и теперь в игру вступает Щитолетти. Щитолетти прямо сейчас посчитает золотые у каждого игрока и скажет нам, кто победил в этой партии и кто увезет золото на этих кораблях. На последнем месте у нас эльфы и водные амазонки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 72. На третьем месте фи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 75, 76. На третьем месте, смотрите, крысолюды и боевые великаны. Это 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. И, наконец, внимание, посмотрите, тритоны и походные колдуны. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 102. 102. Поздравляем Рю. Поздравляем Рю from Валин. Валин придумала этого персонажа. В общем-то, предки у него варвары, поэтому... Как вы знаете, варвары чаще всего и побеждают. Это была партия на четырех настольной игре Small World. Маленький мир локализации Hobby World. Играть интересно. И в следующий раз мы впятером сыграем в эту игру. Она позволяет это сделать. И от Томми Фокса пришел еще один персонаж, которого зовут Сти. Этого парня не надо упрашивать сыграть в Манечкин. Просто не надо упрашивать. Он и выглядит почему-то так же, как и Манчкин. Вообще, каждый раз всем предлагает сыграть в Манчкин. Но в этот раз ему придется сыграть по нашим правилам. Придется сыграть в Small World. Маленький мир. Локализации Hobby World. Играть интересно. Но это будет в следующий раз. Оказывается, еще знаете, что есть? Оказывается, еще есть карта на 6 игроков. Но у меня ее пока что нет. Будем искать. Я не мог себе даже представить, что увижу на коробке Small World надпись «Маленький мир» на русском языке. Говорим спасибо Hobby World. Играть стало не просто интересно, еще и понятно, потому что все, что здесь мы видим, это и правила, это и названия свойств, и надписи на знаменах. Все будет на русском языке. И посмотрите, ну, конечно же, это называется языконезависимые компоненты. Это значит, на них нет никаких абсолютно надписей, и с этим-то все понятно. А вот что делать с вот этим было раньше? Ведь на самом деле здесь было написано Forest, а вот здесь было написано... Где же сейчас? Вот, не ученый было написано, а здесь было написано алхимик. То есть теперь здесь все написано по-русски, посмотрите. Но здесь уж тем более. И посмотрите, наконец-таки я буду правильно произносить не крысоиды, а крысолюды. И не халфлинги, а полурослики. Посмотрите, все И вот, как долго я ждал, чтобы подержать в руках именно вот это, вот эту памятку, которая раньше была абсолютно на непонятном мне языке. А теперь, посмотрите, можно прочитать, что орки, каждый захваченный вами, вашими орками на текущем ходу не пустой регион, приносит вам одну призовую монету в конце вашего хода. Что мы делали раньше? Мы раньше распечатывали вот на таких вот маленьких картонках вот такие свойства, чтобы не забыть, потому что все было на иностранном языке. И, понимаете, то есть сейчас я завидую тем, кто... Не в 2010 году, а в 2021 возьмет и достанет из коробки вот эти карты. И посмотрите, здесь совсем все по-другому. Да, здесь по-другому устроен органайзер. И, кстати говоря, посмотрите, и это необычно держать. Да, наверняка все удобнее сделали. Удобнее будет доставать из этого органайзера
все эти маленькие жетончики. Ну, а вот этот кубик, наверное, его все-таки нужно отправить вот сюда. По всей видимости, он будет лежать здесь. Ну, и давайте перевернем коробку и посмотрим. Да, опять-таки, посмотрите, все на понятном нам языке. Орки и скелеты, упыри и великаны живут в одном волшебном мире. Совершенно верно. И в следующий раз мы встретимся с вами, когда сыграем вот именно на этой карте. Это будет игра на пятерых. Это и написано здесь в углу. Смотрите, видите? Написано «на пятерых». И, как вы видите, будет эпичная, хоть и маленькая, но эпичная битва.